Краевые депутаты принимают новые преференции для камчатцев. Многодетные семьи освободят от транспортного налога на один автомобиль. Соответствующие поправки в краевое налоговое законодательство приняли в первом чтении депутаты Заксобрания региона. Как уточнил спикер краевого парламента Валерий Раенко, речь идет об автомобилях мощностью до 250 лошадиных сил. Кроме того, будет снижен транспортный налог турфирмам. Раенко сообщил, что вводится понижающий коэффициент 0,5 для экологически чистого транспорта, автомобилей, работающих на газе и электричестве, и гибридных автомобилей, а также для туристических, морских и речных судов. Подробности на сайте Краевого Заксобрания.